Я вас раскусила. Лучи. Сейчас на слово. Но... На Уоме. Ну сидит она, вот этот Версачи, в куче слюнявчики, и я. На Уоме такое маленькое. Ребятка, всем привет, это новый влог. Это уже Наомин влог. А я здесь... Наоми, я в твоем влоге сегодня, да? Ребята, я буду за Наоми говорить, так как она у нас еще пока не разговаривает. Обязательно поставьте под этим видео лайк прямо сейчас. Подпишитесь на Наомин канал и нажмите на колокольчик. Также не забывайте подписываться на мой канал. Ссылка будет в описании. И на инстаграм Наомин и мой. Ссылки в описании. Ну что ж, в этом влоге сегодня Наоми. Ты на меня так смотришь. Мы будем распаковывать тебе какие-то подарки, которые тебе родители купили, и я тоже. Будешь смотреть, Наоми? Да? Я же говорю, пока она еще не говорит. Не говорит, но она точно 100% хочет смотреть. Ну что, смотрите. Вот так вот у нас пакетик выглядит красиво. Давайте открывать. Я всегда прям идеально тут открываю. Ну что? Первое, что мы тут видим, это просто что-то. Я думаю, что тебе еще пока та бумажка не нужна. Или ты хочешь ее проверять, посмотри, почитать, что там написали тебе, да? Да. Ну что, первое, что я тут достала, это, наверное, мне, да? Наверное, меня да. Просто позвали в этот блог, чтобы я ей что-то купила. Где? Кстати, мне мои родители тоже что-то заказали. Оно идет, да? Да. Я очень хочу на это все посмотреть, что они тут заказали. Так что следующий влог ждите на моем канале. Ну что, Наоми, первое. Так, Наоми, первое, что тут, смотри. У нас это вот такое облачко. Все такими вот штучками. Там вот, смотри, такое зеркальце. Наоми, на себя сможешь смотреть. Там такие вот разные игрушечки. Вон еще звездочка, она очень приятная. И вообще это вся облачко очень тоже приятное. Мне кажется, что оно играет, да? Да, вон там музыка написана. Музыкальная? Да. А как интересно его включить? Не знаю, но там оно твердое внутри, так что я думаю, что... Ну, мне тебе понравилось, да? Такое облачко, все. Да. Да нет, просто сзади себя клади и все. Дальше что у нас тут? Дальше. Вау, Наоми, смотри! А что там это такое? Это какая-то коробочка. Давайте откроем, посмотрим. Что там внутри? О, это вообще не значит. Это на колясочку, на коляску и игрушечка. А я-то думаю, что это такая за... А покажи, покажи. Погремушка. Наоми, смотри! Такой у тебя мишка, с другой стороны мишка. Нравится тебе мишка? Ты прям встать к нему хочешь, да? Хочешь мишку потрогать. Тебе мишка понравился, Наоми. Наоми, где так все любит? Ну вообще, посмотрите, какая она милая. Она самая милая девочка в мире, да? Там у тебя слезка потекло. Сидишь, слюнявчик, все. Разговаривай. Давайте дальше. Смотри. Дальше это у нас вот такая вот гусеница, кстати, я ее знаю. Даже не знаю, откуда я знаю, но я знаю эту гусеницу. Смотрите. Там она в виде вот такого яблока, тут вот такая вот гусеница, дальше тут такой листочек, видно, что он поднимается. Еще вот такая вот ручка, чтобы, наверное, Наоми могла держать. Да? Угу. Вот так выглядит. Покажи, Наоми. Настя, тебе такая гусеница. Какая красивая. Видишь, она все хочет трогать, ты просто еще не снимала с ней и не знаешь. Но она у нас все трогает на распаковках. Конечно, она пытается понять, понравилось ей это или нет. Дальше. О, Наоми! Это тебе тоже понравится. Родители хотят, чтобы ты меня копировал, но мы давай договоримся, ты меня не будешь копировать. У меня почему? Пусть заяц. Она будет такой же умничкой, у как и ты. У меня есть мой заяц, который не подарили лет мне, когда было 8-9, да? Угу. Он все еще со мной, в моей комнате лежит, я с ним постоянно путешествую, сплю все еще. Вот они ей тоже заяц купили. Но, смотри, у тебя открой, заяц, открой его, меня. Открой из пакета, достань. Просто тут нужно порвать. Наоми, ты видела? Это зайчик тоже для колясочки. Просто мы не могли у нас найти игрушечек для коляски. Поэтому мы их заказали из Англии. Он играет. Видишь, он его за ушки можно там было написано вешать. У тебя вроде не такие большие ушки. Да, но он играет. Не знаю, тоже как ты сделал, он играл, да. А вот, видишь, я что-то потянула за лапу, да. Он играл. Наоми, смотри, какой заяц. Смотри, какой заяц. Наоми, заяц купили. Заяц такого розового. Да, смотри, ла-ля-ля-ля-ля, да. Ну, мы такая смотрим, что это такое тут розовое. Ну что ж, это еще не все, у тебя вообще тьма тьмущая игрушек. О, у нас есть такая игрушка жираф, она ее обожает. Ну, ты прям встала в бок, решила посмотреть, что посмотрела жираф. София жираф, при том. София, смотри, Наоми, ты сможешь в ручках держать такого жирафа, видите? Там вот такая вот круг, круглый он, и там вот такие разные бусинки. Наоми, смотри.
Ты теперь не за слюнявку будешь тащиться, а будешь такого жирафа держать. Видишь, какой у тебя красивый жираф? Да, ты что? У нас вот это, я не знаю, что это, смотрите, какая красивая упаковка. Если честно, эта упаковка похожа от упаковки под обувь. Я не знаю, я покупала обувь, упаковку, когда обувь покупала, упаковка у меня вот такая. У нее была бы вот такая, потому что у нее нога, посмотрите, какая маленькая ножка. Вот тут закрыто. Открывать это? Просто тут они так заклеили. Тут тоже это прикреплено. Но на ой, посмотри, как это мило. Смотрите, это вот такой зайчик, он такой весь мягкий. Посмотрите на все детальки. Вон там он, еще у него дырочка, чтобы Наоми могла его удобно держать в ручке. Наоми, смотри. Нравится тебе такой заяц розовый, красивый? Видишь? А мне тоже такой заяц нравится. Да? Подарить тебе? Нет. Так, ну что ж, дальше у нас. Дальше. О, Наоми! Твоя любимая, твой любимый жирафенок. Давайте его откроем, может быть, сразу Наоми дадим руку. Ну, его нужно будет обработать, помыть. Единственное, да, вначале. Ну, он ну, так, просто безумно приятный на ощупь, смотрите, это вот такие вот, там водичка внутри вообще. Это вот. Можно грызть, наверное, чтобы... Да, я думаю, да, смотрите, он десеньки такой мягкий, но резиновый, там вода внутри, и вот тут вот такой вот жираф. То есть она может его и держит. Вернее, все, что, в принципе, она держит, она в рот сует, понимаете? То есть она сидит такая, мой палец держит, держит, и потянулась, да, ну, вот может не так сильно утруждаться, может так голову на меня не поворачивать, может вот тут посмотреть. Да, Наоми, смотри, какой жираф красивый. Красивый жираф. Правда, милый? Не знаю, мне кажется, он очень красивый. У меня много таких жирафенков, да? Да, Наоми, у тебя много жирафенков таких? Но когда она вырастет, она будет очень любить жираф. Ну что, Наоми, я положу это. Давай дальше смотреть, что у тебя. Так, дальше что тут у нас? Это что? Это шапочка. Гучи. Честное слово. Но... Наоми, ну сидит она вот этот Версачи в Гучи слюнявчики и я. Аня, я тоже красиво одета, ладно, это для видео меня так одели, понимаешь? Так я обычно хожу, футболки папины. Потому что ты сильно папу любишь? Да. Но давай померяем. Так что, да. Наоми, тебе так повезло, что у тебя родители так прикольно покупаются. Подожди, где эта штучка? А, вот она. Наш... Я говорю, а тебе, Маргаритка, не повезло? А мне тоже повезло, только не с вами. А с кем? Конечно, с вами. Люблю очень. Там еще что-то внутри. Смотрите, вот так она выглядит, там все так красиво написано. 15 сантиметров у нее голова. Наоми, это такая маленькая. Такая маленькая, красивая Наоми. Бровашек у нас еще нет. Вот иногда, вы знаете, за бровей иногда я думаю, это вообще наша семья. Потому что у всей нашей семьи большие темные брови. Каритка, у тебя тоже не было вообще бровей? Были у меня брови всегда. Я найду фотку, и мы покажем. Знаю, у меня вообще еще не всегда были, потому что мне постоянно подписчики спрашивают, у тебя же волосы светлые, почему же у тебя брови-то темные, ты их покрасила? Да не особо они у тебя темные. Они темные. Не черные ж. Но они темные, их видно, и причем они такие большие. Все, говорят, ну, ты же не альбиносик, чтобы они были белые совсем. Вот, а у рыженьких рыжие брови или нет? Темные, да? Такие, ну да, у рыжих темные такие рыжие. Ресницы такие темно-рыжие. И вот это все веснушки по всему лицу, по всем рукам. А зато вот тут вообще нет ни веснушек, ничего. Это так прикольно. Такие все тут белое, а тут все такое оранжевое, 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 оранжевое. Тут просто есть мальчик в классе рыжий. Давай померяем. Да, померяешь. Так ты одевай. Ой, Наоми, я тебе долго уже давно шапку не одевала. Снимаем твою Версачи. Утомила ты Наоми. Давай. Маме не понравилось, она сказала, что ей не очень нравится, но мне нравится. Она как шеф-повар маленький выглядит, да, ну? Наоми, скажи, тебе нравится? Вы, ребята, тоже пишите, нравится вам или нет. Итак, по-моему, наша... та черная просто более такая стильная. Я пока сижу, пытаюсь понять, что это. У нас последнее. Что, браслет? Что это такое? Или это... шкатулочка. Короче, пытаюсь понять, что это. Давайте откроем. Вообще, она очень прикольно выглядит. Что там? Это похоже на шкатулочку. Сейчас, подожди. Да? Это для чего? Для соски? Это, нет, это для зубиков. Для зубиков? А, я вас раскусила! Сюда вся зубная фея мои зубы забирала. Ну, что там написано? Отойди. Сюда? Куда ты мои зубы забирала? У тебя ж не было такой. Кто знает, сейчас такие времена, что, может, уже и зубные феи не летают. Наоми, у тебя зубы еще не начали расти, зато вон, смотри. Тебе мама зубы решила коллекционировать. Видишь, зубы будут тебя в дурак класть.
такая, тут такая штучка. Опа! Тут написано Fairy Tooth. А где, Маргарита, мама, все твои зубы? Фея унесла? Один у меня. Будь здоров, малыш, будь здоров, да. Такой шикарный малыш, такой хороший малыш. Я обожаю щеки, честное слово, щеки. Щеки? Да, я обожаю эти щеки. Щеки и то, что она беззубая, беззубенькая, с дёснами, это самое милое. Да, Наоми, ты у меня такая милая, да. А носик у неё прям как у меня. Бедная. Интересно, а веснушки у нее будут, как у Маргаритки, или нет? Как вы думаете, нет? Ну, пусть только попробует. Особенно, если она будет светлая. Я согласилась с сестричкой, если она будет с темными волосами. И тут на тебя, она родилась темными, они у нее посветлее. Нами, куда ты на пляж с нами ходила? Я тебя в следующий раз не возьму. Ну, посмотри, посветлела она. Зато у нее ресницы длинные. Длинные, как у меня, да? Да, такие красивые. Ну что, ребятки, это было все. В этой упаковке для меня ничего не было, но я надеюсь, что мои посылки ко мне дойдут поскорее. Я вам покажу, что мне мои мама с папой сказали. Так что большое спасибо, что были, смотрели Наомин влог. Да, Наоми? Мы вам говорим пока-пока! Мы вас очень сильно любим. Да, Наоми? Ты любишь своих подписчиков? Она говорит вам да. Я за нее, если что, говорю. Чао, какао! Наоми дали первую игрушечку, чтобы она игралась, и ей очень, кстати, нравится. Она ее мнет в ручках, рассматривает. Остальные игрушки я уже все помыла и обработала паром. Ну, вернее, обработала паром, чтобы они были чистенькие, а те, которые можно было помыть, помыла.